весело. Спасибо, что позвала. Повторим? Ах ты. Поезд как новенький. Свежая краска, ковры с рынка в Камдене и занавески от моей сестры швеи. Вот, посмотрите. Кажется, письмо для Джейкоба. Не могу поверить, наше убежище в поезде. Невероятная Добрый идея. День, мисс. Приветствую. Thank you.
Мне 7-дюймовый маховик. Подождите. Черт. Ну ничего сделать не получается. Мисс Иви! Поезд не остановится! Это я виноват! Позже зайду. Надо держать все под контролем. И здесь тоже. Нужно все быстро потушить. Остановки. Смотрю, что с машинистом. Я ранен! Тормоза! Скорей! Я ранен! Тормоза! Скорей!
Кажется, письмо для Джейкоба. Oh.
Мисс Фрай. Приятного вечера, мисс Фрай. Вот и день прошел, мисс. Ваша трость. Кажется, письмо для Джейкоба. Вы не нашли частицу Эдема, но поверьте, эти записи бесценны. Вот. Ассасины Лондона нашли плащаницу. Плащаница Эдема исцеляет тяжелейшие раны. Если бы ассасины нашли такое, отец знал бы. Мы что-то упускаем. Что-то, что видно только нам. Похоже на указание. Вы не идете? Вообще-то я привык к кабинетной работе. Мы можем найти артефакт предтеч. Вам не интересно? Ну, раз так, я не смогу отказаться. Знаете, карта, похоже, ведет к особняку Кенуэя. Кенуэя? Пирата? Главы братства и пирата, да? Вы знаете о плащанице Эдема? Она исцеляет больных. Согласно мифам, она воскрешает мертвых. Но записи братства отрицают это. Но я не слышал, чтобы она была в Лондоне. Думаете, Эдвард Кенуэй мог отыскать ее? Он много странствовал, так что вполне мог. Но если и нашел, то хранил в глубокой тайне. Если да, какая была бы находка? О, да. Мне теперь самой не терпится. Удивительно, что вы сразу не обыскали дом Кенуэя. Сын Эдварда Хейтем, когда он умер, дом отошел сестре Хейтема. И за все время в Лондоне вы туда не заглянули? Вам что, не было любопытно? Кажется, пришли. Думаю, вы правы. Смотрите.
Я в кабинете. И не беспокойте меня, если только не найдете пропавшую тетрадь. Попасть внутрь будет непросто. Вы не передумали? Если это оплот Ордена, выжидать бесполезно. Но не бойтесь, мы не потревожим мисс Люси. Вперед. Можете проверить там? Конечно. Дайте ей сбежать! Вот она! Это принадлежит ассасинам. Что-то времен Кенуэ.